все это видели уже много раз. Может, открыли съемки, просто использовали. Все происходящее нам еще раз показывает, что большие массы людей, большие группы людей репрессировать нельзя. И власть ничего не может сделать с реально десятками тысяч выходящими на улицу, поэтому нужно продолжать участвовать в акциях мирно. Но если нам не дают участвовать, все равно нужно выходить, не ждать никаких разрешений. Очевидно, что у защиты не было времени на подготовку позиции, не было времени на согласование, не было времени на поиск свидетелей, не было времени на закрепление доказательств. Суд все это проигнорировал.